Всем привет! С вами я, Виолетта, и в этом видео хочу сделать обзор на раскраску «Узоры. Цветотерапия» от издательства ProfPress. Довольно-таки старая раскрасочка, ну вот эта серия вся, она выходила достаточно давно. У меня раскраска 12 листов, 48 картинок, ну если считать вот с первой. Есть та же самая раскраска в формате поменьше и в формате, где больше листов. Не помню, сколько точно, по-моему, 24 есть еще. Вот, ну, здесь весьма такие неплохие узоры, но они не стоковые, часто где встречаются. Мне очень понравилась вот эта девушка, но так я ее и не раскрасила. Вообще у меня эта раскраска, по-моему, пустая. Да. Вот эта картинка мне тоже очень понравилась, но я решила, что это не мое. Ну, совсем такая простенькая, ну, можно сказать, журнальная. Она и стоила недорого. В общем, для любителей узоров, наверное, подойдет. Ну, у меня она ассоциируется с чем-то таким 2016-м. Вот, потому что тогда вот это все было прям на пике, мне кажется. Ну, это было все. Еще раз повторюсь, с вами была Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.